Всем привет, пацаны! Последний турнир класса А получился довольно увлекательным, и я запилил по нему видос. Для начала давайте посмотрим характеристики Жиги перед турниром. На данный момент это 1066 ЛСТ, 819 кобыл на 6200 оборотов, зацеп 273 и масса 768 кг. И давайте быстренько покажу запчасти и начнем. По двигателю поставил все новые детали, которые появились после обновления, и успел их качнуть только в фиолетовый. Копейка очень сильно грелась, думаю, сейчас это будет в тему. Качнул коробку в желтый. Теперь буду постоянно на четырехступенчатый ездить. По турбо качнул впуск в оранжевый. Выхлоп такой и был. По подвеске качнул пружины в желтый и стойки в оранжевый для лучшего держака. По кузову без изменений. Настройкой подвески особо не занимался. Нужно подсмотреть сегодня в турнире у топеров, как это выглядит, и попытаться сделать так же. Настройки коробки перед вами. Можно было поточнее настроить, но, как всегда, крутил за полчаса до турнира. Итак, давайте начнем. И первый соперник у нас Александр Абдулаев на ВАЗ-2107. И делаем его без проблем, на полтрека. Следующий соперник, Даниил Плехов на семерке. И опять легкая победа. Следующий противник – Кубали Ильнур на ВАЗ-2107, даже с полицейской мигалкой на крыше. И снова легкая победа. Следующий соперник – Назарий Гладкий на копейке. Пренебрегает прогревом. И сливается. Следующий соперник – Ула Иризбаев или Юла Иризбаев на ВАЗ-2107. И, как мы видим, опять легкая победа. Следующий соперник – Владислав Князев на копейке, GDM-щик, я тоже немного. И, как мы видим, уверенная победа. Следующий соперник – Дима Белый на копейке. Прикольный такой у него олдскульный винильчик. И опять победа. Следующий соперник – Диман Шубкин на ВАЗ-2107.
уже довольно бодрый соперник, но все равно победа. Следующий соперник, Максим Селин на ВАЗ-2101, довольно грозный вид у тачки. Вырывается со старта и уходит, и это поражение. Но ничего страшного, берем еще одну попытку и в путь. И следующий соперник у нас Влад Макаров на копейке. И это было очень просто. Следующий соперник – Абакар Балагаев на ВАЗ-2101-07. И, как мы видим, он еще не доехал до середины трека. Следующий соперник – Серж Че на ВАЗ-2101-07. И опять легкая победа. Следующий соперник – Куснетилло из Загулаев на ВАЗ-2101-07. Этот уже намного бодрее, но опять победа. Следующий соперник, точнее соперница, Милана Салсанова на ВАЗ-2101-06. И она оказалась наиболее достойным соперником. Неплохо, неплохо, но опять победа. И следующий соперник у нас Олег Блохин на милицейском ВАЗ-2101 на сликах. Красавчик, классный винил под аутентичную машину. И опять победа. Следующий соперник – Данила Цурканов на ВАЗ-2101-07. Опять же, довольно бодрый соперник, но опять победа. Следующий соперник – какой-то набор букв на черной семерке. Довольно резво начал, но надолго его не хватило. И опять победа. Следующий соперник – Даниил Фигуль-Земеля на ВАЗ-2101-06.
и делает меня с неплохим отрывом. Что ж, берем еще одну попытку. И следующий соперник — Денис Золотушников на ВАЗ-2107. Думаю, это будет легко. И да, действительно легко, это победа. Следующий соперник — Плайер 11-23-0-80, по-моему, тоже сток. Так и есть, и это победа. Следующий соперник — Тамик Тогоев на шохере. И, как мы видим, опять победа. Следующий соперник — Адам Ваделов на семерке. Очень бодрый соперник, но все равно победа. Следующий соперник — Александр Шатилов на семерке. Вы посмотрите на него, походу прикалывается. И очевидная победа. Следующий соперник — Дмитрий Панченко на семерке. И довольно уверенная победа. Следующий соперник — Гайрбеков Акраман на семерке. Да это же тот самый подписчик на семерке из другого моего видео, для которого я делал винил. Класс, приятно видеть, мы с ним как братья-близнецы. И, как мы видим, товарищеская победа. Следующий соперник — Михаил Чекунов на копейке. И опять, как мы видим, победа. Следующий соперник — Илья Михайлов на ВАЗ-2107. Напряженная борьба – это, наверное, лучший сегодняшний заезд. Хочется, чтобы все такими были. И это победа. И дальше мне подсовывают одних топеров, типа Канпол Ирк, Адам Адаев. Ладно, поехали, легких противников больше не будет.
уходит в отрыв, пытаюсь раскочегарить джигу, но это поражение. Берем последнюю попытку, и следующий соперник у нас Виталий Чепайкин на ВАЗ-2101. Идем почти наравне, он немного отрывается, и это поражение. На этом мое участие в турнире закончилось, но было весело и я неплохо нафармил 250 турнирки. Ну и на этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если еще не подписаны на канал, подписываемся. А с вами был Анубис и его Жига. До встречи в следующем видео.